Почему именно шахматы? Ну, шахматы являются умственной игрой, интеллектуальной игрой, которая определяется в большой степени математические, умственные способности ребенка. Ну и вместе с тем они являются в какой-то степени созерцательным моментом в развитии юного человека, взрослого человека тем более. Вот поэтому вместе с тем, что они носят непосредственно спортивный элемент, состязательный элемент, но с другой стороны они вот такой умственному развитию ребенка служат, его повышению интеллектуальной способности и математической направленности, анализу той ситуации, которая складывается на доске в тот или иной момент времени. Турнир пятый, да, проводится. Как обычно происходит наработка, сначала было там несколько детей, потом все больше, больше. Сначала только наша школа участвовала, потом две, три. А в этом году участвуют представители уже практически со многих округов города Москвы, не только с юго-восточного, как мне сейчас сказали. Надо сказать, что количество участников нашего турнира постепенно расширяется. Если начинали первый турнир, мы проводить буквально с нескольких человек, и только несколько воскресных школ участвовали. В прошлом году принимали участие юго-восточного викариатства, представители нашего, который возглавляет епископ Воскресенский Сау, то в этом году уже присутствуют представители западного и центрального викариатства, то есть расширяется количество участников, и это говорит о том, что турнир начал пользоваться какой-то популярностью и какую-то пользу, интерес детям и родителям, в первую очередь, приносит. Я, пользуясь случаем, приглашаю на следующий турнир, который у нас состоится в следующем году, всех тех, кто сможет приехать со всего города Москвы, здесь у нас поучаствовать в нашей школе воскресной на Рязанке.